Кабардино-Балкария увеличила объемы добычи полезных ископаемых на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом же за последние 8 лет производство возросло в 2 раза, сообщают в пресс-службе Минприроды Республики. Рост наблюдается почти по всем видам полезных ископаемых – песчано-гравийной смеси, пильному камню, кирпично-черепичному сырью, гипсу, строительным камням, вулканическому пеплу и облицовочным камням. В результате в 5 раз увеличилась и сумма налога на добычу. В бюджет республики только с начала этого года поступило свыше 4 миллионов рублей. На данный момент уполномоченные органы Кабардино-Балкарии выдали предпринимателям 76 лицензий на право пользования недрами для добычи и геологического изучения полезных ископаемых.